А я хочу сейчас исполнить сценку. Это наблюдение за моим другом. Он, знаете, живет в Сочи, такой кавказец. У него много детей. Я наблюдал, как он стоит под окнами роддома, кричит. И вот родилась такая сценка на двоих. Медсестра! Ага! Привет! И дрясти! Скажи, пожалуйста, кто у меня родился? Он родился! Правда он? Правда он? Девочка! Вах! Я так его ждала! Дин-диги-диги-дин-диги-диги-дин-диги-диги-дин! А то у меня, переставляешь, мальчик, целая шесть штука. Два тройняшка. За девочка спасибо, Как он себе чувствуется? Хорошо чувствуется. А жена как себе? Нормально, так себе. А как мой золотая кушает? Хорошо кушает, аппетит бомба. Мацони кушает, мама лига кушает. Сулугун, мулугун, коньяк, маньяк, шашлик, машлик, хачапур, мачапур, все кушает. Подожди, маленький девочка шашлик кушает? Нет, жена твой. Девочка вообще не кушает. Только пьет. Что пьет? Молоко. А коньяк уже мало оставался. Еще переноси срочно. Доктор сказала, чтобы твоему жена молоко била, коньяк надо пить. За ее здоровье. Хорошо. Скажи, пожалуйста, девочка сколько имеет вес? Никто не знает. Весы роддом нет. Почему весы нет? Сестра хозяйка на рынка отнес. Его брат попросила. И что, ребенок вообще взвесить нельзя? Почему нельзя? Можно. Я девочка на рынка возьму, взвесию, перенесу тебе, расскажу. У тебя голова совсем плохо? Наоборот, хорошо. Пусть с детства к рынка приучайся. Ладно, а какая имеет рост? Никто не знает. Что, линейка тоже на рынке, да? Нет, швейный ателье. Понятно тебе? Туда тоже мой девочка понесешь. Понесешь? Из чего захотела? Туда далеко ехать надо. Денежка на такси давай, 500 рублей. 500 рублей туда хватит, 200. Бензин подорожало 400, не меньше. 300 и ни копейком больше. Хорошо, ни тебе, ни мне. 350. А, ладно, уговорил. Рост вообще не надо. Просто скажи, девочка красивей, что ты, бомба? На меня похож? Нет, я же говорю красивый. А волос какая имеет? Брюнетка или блондинка? Лисый. Это как коленка. Как коленка, это лохматые. Конечно, лохматый, а цвет лисий, как хвост, рыжий, нет, чернобурый. Ты скажи, Люши, какое имя своему дочке хочешь? Имя дочка, я не думала, у меня только сыновья, 6 штука. Правильно, не думай, мы уже имя придумали. Какое имя, Никто не помнит. Очень трудное имя, помню, только фамилии твои оставили. Митсубидзе. Да как ты смеешь? Мой фамилии не Митсубидзе. Мой фамилии Ксерокопян.
Ксерокопиан. Конечно, вай, вай. У ксерокопиан там совсем другое дело. Там не девочка. Как не девочка? Посмотри лучше. Ниже пояс на копилка похож, значит девочка. Нет, говорю. На копилка не похож. На слоник похож. Мальчик, нет. А какая еще вариант? Слоник, что ли? Нет, мальчик, только целая три штук. Вай, вай, мама Джан. Этот мальчишка, у меня уже третий тройняшка. Медсестра, ты меня зарезал без вилка вообще. Ара, ты сам себе девять мальчик ксерокопировала? Ксерикс поменяй, да? И смотри, сколько штук опечатаешь. Один став вместо тройка. Техника пользоваться не умеешь, а медсестра тебе виноват. Давай неси коньяк, быстро, все вместе выпьем за каждая твой ксерокопия.